Гандинских парикмахеров приехал учить цирюльник из Санкт-Петербурга. Фарук Шамуратов, серебряный чемпион Европы, шахтерскую столицу с новым подходом в деле о стрижках и прическах. Как из простых волос сделать шедевр, узнавал наш корреспондент. Чтобы это было объемно, пышно, и много украшения, много там блестящих штук, там, да, много блеска. Так стилист из России говорит о карагандинском парикмахерском деле. Фарук Шамуратов в Караганде уже несколько дней. За это время успел обучить и вдохновить десятки местных цирюльников искусству работы с волосами. Себя он называет художником. Он рос в семье парикмахеров. Карьеру начал 12 лет. С тех пор с ножницами и расческой на «ты». Я помогал двоюродному брату, когда мне было 12 лет. То есть с 12 лет, когда были каникулы такие большие, я, скажем так, не отдыхал, а ходил в салон и помогал брату. В России карьера Фаруха пошла в гору. Он уже успел поработать со звездами Елизаветы Боярской и Димой Биланом. Свои профессиональные секреты он раскрывает на авторских мастер-классах. Караганда, далее по списку Алматы и Астана. Здесь более новый взгляд, более какие-то новые методики. Даже если какие-то старые элементы, Фарух их показывает по-новому, в новой технике, в новом применении. О казахстанских мастерах Фарух отзывается тепло. Говорит, здесь живут талантливые люди. Между тем, карагандинским цирюльникам есть над чем работать. Получить дозу вдохновения, капельку фантазии и почувствовать клиента. Тогда парикмахерские вершины будут покоряться. То, что они делают, тоже в каком-то степени очень актуально для Караганды. Но всегда есть куда стремиться в нашей профессии, потому что человек не только себя там показывает, там, да, как он умеет делать образы, а всегда там подчеркивает полный образ клиента. Да. Ирина Камышова, Бауыржан Алипов, Асхат Айбидулов, Первый Карагандинский.